Уважаемые горожане, в рамках традиционного рейтингового голосования по выбору общественного пространства, которое мы будем благоустраивать в 2024 году, предлагается выбрать одну из двух территорий. Территория, которая находится в границах улицы Азина между домами Ленина 2 и Дубровская 55, либо территория, которая находится вдоль дома по адресу Азина 87. Это объекты большого проекта площади 200 лет Сарапула. Территория, которая расположена в границах улицы Азина, домов Ленина 2 и Дубровская 55, предполагает размещение детского городка и фермерского рынка. Территория, которая находится вдоль дома Азина 87, будет устроен интересный, красивый променад с подсветкой и современная умная остановка. Обе территории будут увеличены в пешеходном пространстве, будут вымощены, на них будет установлено дополнительное парковое освещение. Какое из этих общественных пространств мы будем благоустраивать в следующем году, решать именно вам.